А, уже пишем. Приветствуем вас, наши дорогие телезрители. Прошла целая неделя с выхода последней серии рубрики «Хочу сказать». Как оказалось, сегодня, кстати, день книголюбов. И поэтому новую главу нашей книги мы начнем с позитива, с ваших приветов и поздравлений. Перед вами первые героини нашего романа. Это две улыбчивые девушки, Наталья и Ольга. Они признались нам, что любят Булгакова и зачитываются «Войной и миром». Привет передаем своим родным, маме, папе, бабушке, дедушке, да, друзьям. Я тоже передаю привет моим родным, родителям, маме, папе, моим братьям, самый большой привет, моим племянницам, всем остальным и моим подружкам, конечно. И городу Березники. Березникам процветания, людям счастья, добра и улыбок. Кстати, в честь Дня книголюбов наша съемочная группа решила позадавать вопросы участникам рубрики и проверить, насколько они помнят то, что им в детстве читали мамы и папы. Вместе дружно по цепочке взялись за нее так прочно. Вытянуть не могут, как засела крепко. Кто же это? Репка. Репка. Нет? Да, все верно. Следующим на очереди оказался Артем, который за это лето уже успел побывать в лагере. Последней его прочитанной книгой стали «Сказки братьев Гримм». Передаю привет моим родителям, моей сестре, моим одноклассникам, моим родным. И с днем рождения тебя, мама. И напоследок наш специальный книжный вопрос. Как звали пантеру из Малфы? Багира. Молодец. А вот последняя прочитанная книга Милены – это «Пираты Карибского моря». Передает приветы и поздравления Милена, конечно, не морским разбойникам, а самым любимым людям. Я хочу передать привет маме, папе Сереже, бабушке, дедушке. И я хочу поздравить с днем рождения моего дядю. Желаю ему счастья, здоровья и благополучия. И по традиции сегодняшней серии вопрос. На сметане был замешан, на окошке остужался. У него рубянный бок, это точно? Колобок. Молодец. Завершают нашу светлую повесть еще пару позитивных глав. Привет стадиону третьей школы. Привет Березнякам, чтобы было тепло. И пятой школе. Как оказалось, жители Березняков дружат не только с позитивом, но и с книгами. Становитесь участниками нашей рубрики и вы. Мы будем ждать вас в торговом центре Orange Mall в следующий четверг, 16 августа с 7 до 8 вечера. Александр Иванов, Дмитрий Воронушкин, новости на ТНТ.